Ломоносовская премия – это высшая премия Московского университета. А решение проблемы сверхтекучести и сверхпроводимости – это был выдающийся вклад в развитие этой теории. Дело в том, что Боголюбов применил новые подходы так называемой физической статистики. Он ушел от привычных схем статистики Гибса, Бозе, которые существовали и применялись для объяснения этих явлений. И дал такое объяснение этих процессов, при котором он как бы пояснил, что в определенном состоянии или атомы, или электроны фиксируются друг относительно друга, и тем самым создается среда без трения. Отсюда сверхтекучесть и сверхпроводимость. Можно сказать, что сейчас это классика учебника, и каждый учебник начинает с объяснения этих явлений именно так, как объяснил Боголюбов, получив за это Ломоносовскую премию. Но физическая наука развивалась очень быстрыми темпами в послевоенные годы. И ученые все глубже и глубже проникали вглубь материи. Все понимали, что будущее за теми открытиями, которые будут связаны с изучением атома, строения атома, за изучением процессов, связанных с элементарными частицами и процессами проникновения вглубь материи. Но до этого был еще нужен один шаг. Возникла так называемая квантовая теория поля. Квантовая теория поля – это абсолютно новая теория. Она возникла, конечно, как новый этап развития квантовой механики, но, тем не менее, это абсолютно новая и математическая теория. И Боголюбов впервые вводит в эту теорию математический аппарат, дотели недоступный физикам. Он вводит понятие так называемых обобщенных функций. Оказывается, что существуют функции, которые в одной точке равны бесконечности, а во всех остальных точках – нулю. И эти обобщенные функции являлись основным аппаратом к объяснению квантовой теории поля. Боголюбов приглашается в Америку, он читает лекции, он делает пленарные доклады на всех международных конференциях. Боголюбов уже стал классиком, но главное его открытие было еще впереди. Вот Боголюбов на этих встречах встречается с Оппенгеймером. Ну, мы знаем, что это отец атомной бомбы Соединенных Штатов. Боголюбов является самым, наверное, выдающимся физиком в это время. Вот я сказал, что главное открытие впереди. А это открытие было связано уже непосредственно с элементарными частицами. Дело в том, что, конечно, раньше считалось, что элементарной является какая-то частица, которую можно измерить, например, песчинка. Потом считалось, что элементарной частицей может быть молекула. Потом все-таки долгое время считалось, что атом. Затем ученые проникли вглубь атома, проникли в ядро, вглубь ядра. И к этому моменту, к 50-60-м годам, был набран очень большой перечень элементарных частиц. И, в общем-то, ученые стали перед барьером. Может быть, это конец, может быть, не существует других элементарных частиц. И вот американский ученый Гелман, который, кстати, через две недели приедет в Московский университет, и мы будем ему вручать степень почетного доктора, делает математическое заключение, что элементарные частицы, в свою очередь, состоят из более элементарных, так называемых кварков. Но это понятие противоречило всему остальному. Оно не вкладывалось в существующие физические концепции и законы. И поэтому это считалось придумкой или таким математическим выводом. И Боголюбов берется за решение этой, практически на сегодняшний день, самой фундаментальной задачи. Что такое кварки? И он быстро приходит к выводу, что этим элементарным частицам надо приписать еще один параметр. Он назвал это квантовым числом, а чуть позже это назвали цветом. И сегодня в литературе кварки классифицируются по цвету. Зеленого, коричневого, голубого цвета кварки. И все стало на свои места. Тем самым сделан такой выдающийся шаг проникновения вглубь материи. Боголюбов как бы обосновал существование кварков. Считается, что кварки друг с другом связаны неделимым образом, и их связывает так называемый клей,
глюон. И чем больше силы прилагается для того, чтобы разбить кварки, а в этом стоит задача ученых. Представьте, что мы находимся не только в глубине ядра, но и в глубине частиц, образующих и нейтроны, и протоны. И клей сильнее схватывает эти частицы и считает, что их разбить нельзя. И вот буквально год-полтора назад пришло сообщение из лаборатории в ЦЕРНе и некоторых других лабораторий, где, кстати, работают наши ученые, что ученым удалось разбить кварки и образовалась так называемая кварк-глюонная плазма. Это новый вид материи. То есть мы накануне грандиозного открытия познания материи. А теперь давайте вспомним, что кварк объяснил, физически поставил на свое место Николай Николаевич Боголюбов. Это Николай Николаевич Боголюбов с Максом, с Гайзенбергом в обществе Макса Планка. Ну, Гайзенберг – это основатель квантовой механики и выдающийся ученый. Все учебники начинают с имени Гайзенберга. Это Боголюбов. С 1953 года Николай Николаевич возглавляет кафедру на физическом факультете. До того он работал на половине ставки по совместительству. Его кафедра сразу стала самой выдающейся кафедрой в университете. Он любил учеников, они приходили к нему домой. Боголюбов – это учитель, он создает научную школу, он воспитывает академиков. Это несколько десятков его учеников стали академиками Российской академии наук. Боголюбов назначается сначала заведующим лабораторией, а потом и директором Института ядерных исследований в Дубне. Вы знаете, что в Дубне существует международный институт, в котором исследуются процессы, связанные с ядерной энергией. И Боголюбов десятки лет возглавлял этот институт или его лабораторию. Николай Николаевич Боголюбов, безусловно, выдающийся ученый Московского университета. Мне выпало такая удача и честь. Мы жили в одном подъезде и на смежных этажах. И мне приходилось очень часто с Николаем Николаевичем и говорить, или гулять вокруг университета. И могу сказать, что впечатление о беседах с ним – это абсолютно неординарный человек. Таких людей в науке природа посылает, наверное, раз в столетие. Вот что сказал о Николае Николаевиче Боголюбове другой выдающийся ученый, нобелевский лауреат, наш соотечественник Илья Романович Пригожин. Боголюбов работает в очень много частей физики. И в каждой части физику он принес новые идеи, и он был, можно сказать, один из главных физиков 20 века. И я читал его книги, я даже его видел разом на Берге и с ним говорил по-французски, потому что говорил, что французский язык – это язык математики. Это ему сказал его учитель Крылов. Большая и непосильная на первый взгляд задача. Ученый работает именно в тех областях, которые наиболее сложны на сегодняшний день. Наверное, именно поэтому Николай Боголюбов, блестяще с детства зная иностранные языки и историю, не стал ни профессиональным историком, ни профессиональным лингвистом. Это было бы слишком легко для него, не требовало бы усилий, не соизмерялось бы с личностью Боголюбова как ученого. Возможно, именно этим объясняется энциклопедичность знаний академика Николая Боголюбова. Ему были интересны многие науки, но изучив основательно, он все же не делает их смыслом своей жизни. Исключением стали математика, механика, физика. Именно эти три науки требовали от него наибольшей отдачи и самоотречения. Именно здесь встречались задачи, для решения которых были необходимы наибольшие усилия, соизмеримые с умом и масштабом гения. И именно этим наукам ученый Николай Боголюбов посвятил всю свою жизнь.
теперь я хочу рассказать еще об одном выдающемся ученом. Лев Семенович Пантрягин родился в Москве, в обычной московской семье. Рос веселый мальчик. И в 13 лет произошла жуткая трагедия. На глазах у мамы он чинил примус. Сейчас, может быть, мало кто из вас знает, что это за устройство. А наше поколение хорошо его знает. Когда после войны не было других источников тепла, то почти каждая семья пользовалась этим устройством. Это специальный бачок, который имеет насос для подкачки, заправленный бензином. И бензин горит, и тем самым на этом примусе можно готовить еду, греть воду. И вот Лев Семенович Пантрягин чинил примус, и на глазах у мамы он взорвался. Взорвался в результате жуткой трагедии, полная потеря зрения. Вот здесь Лев Семенович на фотографии, где он пишет о том, что пришлось ему пережить, и какой путь он прошел. Можно себе представить, как можно заниматься математикой, писать формулы, рисовать чертежи и не видеть. Лев Семенович фактически проявил небывалые, титанические, героические усилия, чтобы не потеряться, чтобы стать тем, кем он стал. Вот что он пишет про свою учебу в школе, а затем в университете. Я стоял на остановке и ждал, когда трамвай приблизится ко мне. Когда он останавливался, я бросался с тротуара к трамваю, целясь попасть позади передней площадки, через которую я входил. Затем бежал вдоль трамвая до передней площадки, чтобы влезть. Были случаи, когда мне не удавалось это делать, догнать, и приходилось быстро отскакивать, чтобы не оказаться под прицепом. Он пишет о таких очень трудных для него моментах, когда кондуктор объявлял, трамвай дальше не идет. А для мальчика это означало, что он оказался один в совершенно неизвестном месте. И он просил кого-то о помощи. Лев Семенович поступает на механико-математический факультет и сразу оказывается в школе выдающегося ученого, академика Павла Сергеевича Александров. Павел Сергеевич Александров занимался в те годы самым современным разделом математики, так называемой топологией. Топология – это наука в общем виде о геометрии, о пространствах, о некоторых таких воображаемых фигурах или множествах. И, конечно, это очень трудная наука, она была в то время самая и самая трудная, и самая современная. И вот Пантрягин начинает заниматься в этом семинаре. К этому семинару примыкает и параллельно занимается Андрей Николаевич Колмогоров, о котором я говорил. И вот смотрите, Александров, выдающийся тополог, Андрей Николаевич Колмогоров, о котором я говорил, выдающийся математик, ученый. И их ученик, и ученик Александрова, Лев Семенович Пантрягин. Вот Лев Семенович на семинаре Павла Сергеевича Александрова, они что-то обсуждают. Надо сказать, что Лев Семенович в это время стал заниматься самой абстрактной областью математики, которая существовала вообще, так называемой алгебраической, топологии алгебраических групп. И в это время там не было сделано ничего. Я не имею возможности рассказывать в общей аудитории формулировку этих результатов, поскольку это очень абстрактная область. Но могу сказать следующее, что если вот мы откроем любую энциклопедию, любой словарь на букву «П» и найдем фамилию Пантрягина, то вот в математических энциклопедиях ему приписываются десятки терминов, названных его именем, десятки понятий. Вообще считается за огромный успех, и ученый становится классиком, если есть хоть одно понятие его имени в науке. Теорема имени того-то и так далее. Это уже считается успехом. А Пантрягин
добился таких результатов в топологии, в науке, что практически несколько десятков терминов названы его именем. Я могу только так на слух сказать, что ему принадлежит самая знаменитая, пожалуй, на сегодня теорема математики, теорема двойственности Кондратьева. Может быть, я два слова попробую сказать, о чем идет речь. Вот весь наш мир состоит из, ну, элементов, можно так грубо говорить, предметов, и это все называется множество. Над этими элементами можно делать какие-то действия, передвигать, что-то еще делать. Ну, математики говорят, производить операции. Тем самым над этими множествами, ну, существующими вот везде, возникает новое множество, операции над этими множествами. И они, в свою очередь, являются некоторыми элементами, тоже некоторыми множествами. Итак, над обычным миром надстроен еще один мир, мир операторов, мир операций. И можно этот процесс продолжить, над тем миром операции надстроить еще один мир. И, естественно, у ученого возникает вопрос, а это будут все новые получаться объекты? Или все-таки на каком-то этапе мы получим объект, равный исходному, в определенном смысле равный? Так вот, теорема двойственности Кондратьева утверждает, что для тех классов, которые он изучал, топологии, есть свойство рефлексивности. Второй надстроенный мир совпадает с первым. Это и есть теорема двойственности Кондратьева. Я не могу более подробно формулировать, и я думаю, что ребята с Мехмата это прочитают. Кондратьев достигает и еще одного выдающегося результата, так называемой теоремы характера, группы характеров Кондратьева, теорема характера. И это, пожалуй, самое выдающееся его достижение. Он оформляет свои результаты в виде книги «Непрерывной группы». И эта книга стала абсолютно настольной книгой во всем мире. Она сделала революцию в математике в этом направлении. Затем он пишет «Гладкие многообразия», как раз о характерах. И это такая же книга выдающаяся. Ну, просто чтобы подтвердить эту мысль, я вот привожу вам книгу, слайды из книги известных американских топологов, которая, ну, Милнер, это вообще человек, который знает каждую математику. И вот, издав свою книгу, они в предисловии пишут, что вот эта книга о выдающихся результатах, выдающихся российского ученого Льва Семеновича Кондратьева. Но Кондратьев на этом не останавливается. И в середине 60-х он начал заниматься абсолютно новой областью. Вот представьте, ученый полностью оставляет предыдущую область и переходит на работу в абсолютно новой области. Эта область называется теория оптимального управления. А основной результат, который он получил, носит имя в мире принцип максимума Кондратьева. О чем идет речь? Все в мире движется. Каждый объект может быть передвинут из одного места в другое. И это некоторый процесс. Объекты движутся по определенным законам. Что заранее может быть известно? Ну, например, можно себе представлять полет ракеты или самолета. Что заранее известно? Ну, определенный закон движения. Заранее известны рули или ресурсы. То есть, как это может двигаться? Какие положения рулей к какому движению могут привести? И заранее известна начальная точка. Допустим, ракета стоит на стартовой площадке, известен закон, по которому он движется, все учтено, и известны рули, в данном случае мощность двигателя, и управляемость ракеты, и так далее. Ставится задача достичь определенной точки, ну, например, вывод на орбиту. Точно то же можно сказать о самолете, автомобиле, о процессах, о биологических процессах, о чем угодно. Это общая задача. Конечно, существует множество решений таких задач. Ну вот представьте, мы на автомобиле из одной точки хотим попасть в другую, из одного города в другую. У нас есть множество способов. Один может так поехать, другой так, один с такой скоростью, другой с такой и так далее. Существует множество способов достижения цели. Ставятся критерии достижения цели. Ну, в качестве критерия может быть, например, стоимость. Достичь цели с наименьшей стоимостью.
скорость, достичь цели с наименьшей скоростью. Могут быть другие критерии решения этой динамической задачи. И всегда возникает вопрос, как выбрать ту оптимальную траекторию, тот оптимальный процесс, по которому мы достигнем поставленной цели. Это и есть задача оптимального управления. Как нам работать оптимальным способом рулями, чтобы достичь этого? И Лев Семенович, решая эту абсолютно абстрактную задачу, доказывает свой знаменитый принцип максимума Пантриани. Принцип максимума позволяет применять рекомендации для управления абсолютно любым процессом, технологическим, биологическим, в обществе, для того, чтобы достигнуть оптимальным способом поставленной цели. И эта работа Льва Семеновича и его учеников была удостоена Ленинской премии. Ну и, конечно, сейчас нет работы, которая превосходит ее по глубине. Лев Семенович потом продолжил эту работу, и он еще занялся дифференциальными играми. Часто бывает, что достичь цели мешает противник. И, ну, допустим, летит самолет, и сидит офицер с ракетой, который хочет самолет сбить. И эти два субъекта не знают намерения друг друга. И надо решить задачу, как достичь цели, понимая, что у тебя есть еще сопротивление, противник, который мешает достичь цели. Это так называемая задача дифференциальных игр. Но это уже следующий аспект этой работы, и Лев Семенович решил и эту задачу. Он внес выдающийся вклад и в эти дифференциальные, так называемые теории дифференциальных игр. Он был выдающимся педагогом. Лев Семенович общался со студентами фактически везде, где была такая возможность. Он начал читать лекции по дифференциальным уравнениям на механико-математическом факультете. Я ходил на эти лекции. Он заходил в аудиторию с помощником, но как только он начинал читать, аудитория замирала. Творилось чудо. Он делал новый курс. Он предлагал новый подход к чтению курса, классического курса, дифференциальное уравнение. Лев Семенович создал по итогам курса свою знаменитую книгу «Дифференциальное уравнение», которая сейчас является, по-моему, самой выдающейся и классической. Я думаю, она переведена практически на все языки мира, ну, там, где изучают математику. Лев Семенович очень любил работать с аспирантом. Здесь я тоже, отвлекаясь, расскажу об одном случае. Будучи молодым ассистентом, мне было поручено в комиссии принимать аспирантские экзамены у других ребят. Это было, правда, в институте Стеклова математическом. И так получилось, что я был определен в группу с Львом Семеновичем. И мы с ним, как бы, я как молодой, и он уже академик, выдающийся человек, принимали аспирантский экзамен. Вот я впервые с ужасом присутствовал при этом экзамене. Дело в том, что Лев Семенович на каждом шаге доходил до самого начала, до глубины. Он спрашивал все, что предшествует этому. И, конечно, ну, так не выходило, что что-то заучил и что-то произнес. Надо обязательно было проявить понимание. К концу экзамена мне казалось, все, тут не о чем говорить, двойка. Но Лев Семенович оценивал по-другому. Он оценивал, как аспирант мог выходить из этих трудных ситуаций. И даже не важно, что он не ответил ни на один вопрос. Это было не важно. Он ставил пятерку, если видел, что это мыслящий математик, и это человек, который умеет рассуждать. Поэтому вот Лев Семенович, это, конечно, еще и выдающийся педагог. Он много внимания уделял работе со школьниками, создавал олимпиады, написал школьные учебники. И вот на этом снимке он с учениками, ну вот так я могу сказать, что все они стали потом членами Академии. Вот так ученый работал на олимпиадном движении со школьниками и готовил школьников. Вот в центре белой рубашечки это Болтянский, будущий его соавтор по книге «Оптимальное управление». А слева мальчик, это член Академии Яблонский, заведующий кафедрой был у
факультета вычислительной математики и кибернетики. Эта группа академиков на Красной площади, здесь и Келдыш, и Пантрягин, и Миллионщиков, и ректор Московского университета Несмеянов, третий справа, и Соболев, и много-много других, и Владимиров, много-много других ученых, которые прославляли и подняли нашу науку на фактически недосягаемую в то время высоту. Этот снимок находится в музее Московского университета. А на втором учебном корпусе прикреплена доска, на которой написано, что в этом корпусе заведовал кафедрой, преподавал, в Московском университете учился и работал выдающийся математик Лев Семенович Пантрягин. Вот так, пройдя такой тяжелый путь, преодолев столько трудностей, проявив такое мужество, мальчик из, в общем-то, практически простой семьи, все сделал сам для того, чтобы стать самым выдающимся, и это признано, математиком прошлого столетия. Родился Николай Николаевич в Саратове, учился в Самаре, а очень вскоре поступил в Санкт-Петербургский университет. Это Семенов гимназист, это Семенов уже в Санкт-Петербурге сотрудник физико-технического института. Вот справа с усами это выдающийся наш физик, ученый Иофи. И вы неоднократно будете сталкиваться с различными понятиями и делами этого академика. Итак, Николай Николаевич, вот он сидит второй слева, попадает в выдающуюся научную школу физико-технический институт Петербурга. Известен такой случай. Молодые люди, Николай Николаевич Семенов и Петр Леонидович Каприца, просто два молодых человека, пришли к Кустодиеву, известному художнику, и сказали: вот вы рисуете известных людей, вот нарисуйте нас, мы будем самыми известными людьми. Кустодиев посмеялся, но не отказался нарисовать портрет двух таких амбициозных молодых людей. И вот этот портрет 20-го года Семенова и Каприцы. Но кто думал, и думал ли Кустодиев, что это два будущих нобелевских лауреата? Семенов окунается в выдающуюся среду, среду физтеха, среду школы Иофе. Он погружен в опыты, он сотрудник, он заведует лабораторией в этом институте. У него выдающиеся сотрудники в лаборатории. И он впервые сталкивается с следующим явлением. Дело в том, что в химии до Семенова считалось за истину, что интенсивность реакции пропорциональна количеству вещества. То есть, чем больше там содержится вещества, тем интенсивнее реакция. Это было истина. И вот Семенов делает эксперименты по свечению фосфора в колбе при различных низких температурах и наблюдает за реакцией фосфора с кислородом. Свечение – это следствие реакции фосфора с кислородом. И что он обнаруживает? Что при определенных давлениях в колбе вообще фосфор не вступает в реакцию с кислородом, и вообще не светится. Добавление нейтрального газа, например, аргона, вдруг приводит к яркой вспышке в колбе. Реакция развивается по каким-то процессам. И наоборот, совсем необычно, совсем чудо. Реакция зависит от размеров колбы. Чем больше колба, тем может интенсивнее реакция, чем меньше, тем она менее интенсивна или вообще гасится. Не до теле неизвестно явление. Семенов над ним задумывается. И он приходит к гениальной догадке. Я снова хочу употребить слово «нелинейный процесс». Он делает вывод, что данная реакция происходит нелинейным способом, что в процессе реакции выделяются частицы, которые порождают новые,
такие активные частицы для будущей реакции, не одну, а две, те, в свою очередь, порождают не две, а больше. И тем самым реакция развивается нелинейно, когда из одной, при взаимодействии с двух молекул возникает одна новая, способная дальше проводить реакцию, а несколько, а из тех несколько еще больше. То есть реакция идет разветвленным способом. Ну вот как бы себе представить дерево, что из его веток разрастаются новые ветки, новые веточки, и реакция носит цепной характер. И он сразу приходит к выводу, что реакция носит нелинейный характер, и назвал ее разветвленной цепной реакцией. Причем сосуд, причем стенки сосуда? Вопрос. Он отвечает, что при некоторых размерах сосуда вот те частицы, которые возникают и способны к новой реакции, гасятся об эту стенку и не способны уже к новой реакции. И реакция не идет. Тем самым Николай Николаевич Семенов становится как бы автором труда по разветвленным цепным реакциям. Ему никто не верит. Не верят немецкие ученые, которые перед этим что-то наблюдали. Ему не верит даже и Иоффе. Рассказывает, что когда они вышли из института после доклада Николая Николаевича Семенова, Иоффе просил его еще раз подумать. И Николай Николаевич говорил: вот опубликую, докажу, и вы все поймете. Это его выражение. Публикуя свою работу, мы все убедились, что он был прав. И тем самым было открыто новое явление, разветвленные цепные реакции. В Недоблинном политехническом институте одержимые, упрямые люди работали тогда на будущее. В отголосках революции гражданской войны здесь делал свои первые шаги советская наука. В те годы академик Иоффе организовал физико-технический институт. Николаю Николаевичу Семенову было 24 года, когда он стал заведовать здесь лабораторией электронных. В 1924 году и было открыто явление, давшее возможность разгадать механизм цепных разветвленных реакций. Человек получил в руки ключик к заветным реакциям. Открыв это явление, Семенов вообще пришел к некоторому такому общефилософскому заключению. Он пришел к выводу, что на самом деле все в мире развивается по принципу цепной разветвленной реакции. Очень скоро его открытие понадобилось, когда решалась ядерная и атомная проблема. Ведь процессы, происходящие при атомных и ядерных взрывах, тоже носят характер разветвленной реакции. Но открытие Николая Николаевича было применено в неожиданных сферах. Например, горение топлива, и он стал одним из главных разработчиков по топливу и по взрывам. Открытие Николая Николаевича Семенова применимо в биологии. В нашем организме, вообще в любом живом организме, проходит процесс окисления. Вообще кислород – это яд. Он приводит иногда к необратимым процессам, и человек заболевает тяжелейшими болезнями, в том числе и рак. И поэтому организм борется с этим явлением, так с цепной реакцией в организме, когда вот эти свободные частицы, которые могут вступать в новые реакции, так называемые свободные радикалы, они должны быть погашены. И поэтому организм вырабатывает какие-то вещества, которые гасят эту разветвленную цепную реакцию. Но иногда он сам справиться не может. И поэтому уже по идеям Николая Николаевича, его ученики, Эммануэль, Кноре, разработали целую науку об антиоксидантах. То есть это уже препараты, которые гасят свободные радикалы, делают их более нейтральными и тем самым помогают организму в процессе борьбы с усвоением кислорода, с горением, так сказать, в организме. Открытие Семенова применимо и в обществе. Мы можем наблюдать, как, например, из небольшого открытия ученого получается явление, которое использует весь мир. И это тоже цепная реакция. Или даже современные процессы. Возникают фирмы, которые с малейшей какой-то
зачаточной ситуации, путем незначительных каких-то усилий, вдруг возникают гигантские фирмы, гигантские корпорации. Это тоже разветвленная цепная реакция. Да, и сам институт Николая Николаевича Семенова, который потом переехал в Москву и создал институт физико-химический на Воронеже.